Гваделупа. Урок номер 10. 10. Урок номер 10. Шурмис пар эсер. Гваделупа. Ну, симулев. От по монахну. Асим хазарот. Машанахну ламадну. От по маниме вакеш лишмоа. А коль метхала. Болусит кому вас. В ахарках анахну мумшихим лильмот. Перекатанчик, катанчик. Фоши ешь излейну, мивгаши им милим хадашот. Что мы знаем о Джорже? Вот Джордж, он не русский. Он гваделупец. Джордж банкир. Он работает в банке 10 лет. Каждое утро, коль бокер, он идет в банк, работает там весь день, даже обедает на работе, а вечером идет домой. Дома он ужинает и отдыхает. В Америке, в Европе, в Китае, даже в России банкиры работают дома по вечерам. На Гваделупе банкиры не работают дома. Это закон. Банкиры должны отдыхать, как все другие люди. Если они много отдыхают, они хорошо работают и любят свою работу. Мы думаем, что, наверное, поэтому на Гваделупе нет кризиса. Логичный закон, правда? Гваделупцы уважают свои законы, потому что в каждом законе есть своя логика. Глава вторая. На Гваделупе сейчас все знают Джорджа. Когда Джордж идет по улице, ему часто говорят «Привет!». Обычно Джордж улыбается и отвечает «Привет!», а потом идет дальше. Удивительно, что Гваделупа не маленькая страна, а Джорджа все знают. Есть маленькая деталь, которая помогает узнавать его. Это стиль одежды Джорджа. Он одевается аккуратно и просто. Его главный аксессуар – желтый шарф. Такшивутов, вау, люю мана, кама двори манахну ламадну, вай-яй-яй-яй-яй, амон, амон, амон. В иматем аситемце. Мамаш, лорак шур ишо. Кен басавлану, то время шур ли шур. А хрыш, они карати аколь, а там питом то всем, вау, они иванти аколь машу амар. Они иванти, эй, за йофи. Они ми вакешут гвод. Им за мамаш маша не хошев. О, алло. Мальтишки ху, бавакаша, лихтов лице. Беседер? Ну, ахшаф, анахну, кмоша ни и втахти, анахну, камуван, мам ши хим. И на тем раим, и не. Зе Джордж, и не Джордж. Раим, раим, а цифа цаов. Вау, то вела. אז אני מבקש, קודם כל, לשבת ולשמוע. פרק חדש של פרק מספר 2. У Джорджа есть свой режим. В понедельник он надевает синий костюм. Синий. Это цвет моря. Море – это путешествие. А путешествие – это новое и интересное. Боли кро бьяхат, ляд, ляд. У Джорджа есть свой режим. В понедельник
он надевает синий костюм. Синий – это цвет моря. Море – это путешествие. А путешествие – это новое и интересное. А не мёдца мэх, шатэм квар юдим ликро. Так шиутов, кэн? Ликро зэ вшри, лявин зэ бая. А вали манах нудим ликро, а зэ бэм шэхе барур, маша нах ну карим. Рак мёманыёт вэсэ вланут, им еш матара. Матара ги. פחות או יותר להתחיל לדבר ברוסית, אז צריך לעשות הכל מה שאני מבקש. זה הכל. אז עוד פעם, בואו לקרוא ביחד. או ג'ורג'ה, יש свой режим. В понедельник он надевает синий костюм. Синий – это цвет моря. Море – это путешествие. А путешествие – это новое и интересное. Заколь, заколь. Ну, акшав они митаргем, бэцем коля кета маша тем шаматам брусит, кидейши походу это рлавин манахну, аль манахну мидорим по. Аскаха. Ле Джордж, еш седер. משלו, סדר היום. ביום שני, הוא לובש חליפה כחולה. כחול הוא צבע של הים. ים הוא מסע. והמסע זה חדש. ומעניין. ומסע הוא חדש ומעניין. על מה שאנחנו נדבר בהמשך. הנה, זה הכל. У Джорджа есть свой режим. В понедельник он надевает синий костюм. Синий – это цвет моря. Море – это путешествие. А путешествие – это новое и интересное. Ну, Мутхилим. У Джорджа есть свой режим. У Джорджа есть свой режим. Зутамера Джордж, у Бенадам Исудар. Хон, у вас Аколь. Кен, у де Бдюк, ма у вас Мессардыхатестре, Михатестре, Штеместре, Ваханала, Ваханала. Окей, Зутамера. הוא כל יום, למשל, יש אנשים שבבוקר הם חמים בחמש, מתחילים לעשות ריצה של חצי שעה, אחר כך ארוחת בוקר, כל מיני דברים. בסדר, מישהו קם בבוקר הולך עם הכלב, או עם הכלבל משלו. אוקיי, אותו דבר גם כן ג'ורג'. הוא ג'ורג'ה יש סבוי ריג'ים. סדר, אי אפשר להגיד פה שיש משטר, נכון? משטר זה קשור למשהו אחר, כן? זה משטר הסובייטי, כן? מה שאני שמעתי כמה פעמים, כן? וג'ורג'ה יש סבוי ריג'ים. במקרה שלנו, ריג'ים זה סדר היום. מה הוא עושה?
כן, לא רק מה שהוא עושה, כן, יש סדר מה הוא לובש, במה הוא הולך, כל מיני דברים. בקיצור, у Джорджа есть свой режим. У Джорджа есть свой режим. Седер шело. Седер шело. Свой режим. Закон. Свой. Лигабе мила свой. Мила свой. Мила свой. Ну, им אנחנו מדברים על זה, זה משהו שייך לבן אדם. משהו שייך למישהו ולמשהו. למשל, אני יכול להגיד, יש לי בעיות שלי, נכון? בעיות שלי, אפשר להגיד זה своя проблема. Зато мерет, а бая, зато мерет, проблема, проблем. Шаехет кен рак элай вело ле аф эхат. Авал еш лимишу, еш твоя проблема, зе бая шельха. Бая шельха. А то давар гам кен аля седр, зе седр шели. אוקיי? הוא ג'ורג'ה יש סבוי ריג'ן, זאת אומרת, אני מדבר כאילו מהצד ואומר, יש לו סדר משלו, סבוי ריג'ן. נו, זהו. לא נכנסים עכשיו בעומק, אני חושב שזה ברור על מה מדובר. הוא ג'ורג'ה יש סבוי ריג'ן. ממשיכים ופנידלניק. Понедельник, йом шини. Понедельник, йом шини. В понедельник, байом шини. Байом шини. Он, гу, надевает, ловеш, синий костюм, халифак хула. Ине, закуль. Байом шини, гу, ловеш, халифа кхула, кхула. В понедельник он надевает синий костюм. Костюм. Халифа. Синий. Кахоль. Ну, в микро шиля, но синий костюм. Халифа кхула. Йом шини. Понедельник. Он надевает. Гу ловеш. В понедельник он надевает синий костюм. Костюм халифа. Синий костюм халифа кхула. Синий кахоль. Синий костюм халифа кхула. Мамшихим. Синий кахоль. Синий кахоль. Синий – это цвет моря. Кахоль. Гуцева шеляям. Цвет. Цева, цвет, цева, море, ям, море, ям. Синий – это цвет моря. Кахоль, гу цева шеля ям. Кахоль, гу цева шель аям. Акшав, ани мивакеш, лягит барусит. Кахоль. Синий. Море. Ям.
цвет моря. Цева шеляям. Синий – это цвет моря. Акшав тагидули коля мишпат. Кахоль гу цева шеляям. Синий – это цвет моря. Ну, барега шанахну медаврим аляям, кен? Ма баруш шеляну? Мы нахну ехалим лахлом лидамьен. Ям. Гумаса. Маса. Путешествие. Море – это путешествие. Море – это путешествие. Море – это путешествие. Маса. Путешествие. Море – это путешествие. Ну, а сейчас фатем только дули. А я мгу маса. Море – это путешествие. Маса – путешествие. Ага. Веа маса – а путешествие. Ухадаш ве мяньен. Ну, зе барур. Новое. Хадаш. Хадаш. Новое. Мяньен. Интересное. Маз мяньен. Вау. Маз мяньен. О, это интересно. Хадашот. Новости. Хадашот. Новости. А в альбоме крышеля, но нахном римши маса, зе давар мяньен. Зе давар хадаш. Анахну микалин дворим мянинним в хадашим. А путешествие это новое и интересное. Амасау хадаш в мянин. Амасау хадаш в мянин. А путешествие это новое и интересное. Эйзе йофи. Эйзе йофи. А у Джорджа есть свой режим. В понедельник он надевает синий костюм. Синий – это цвет моря. А море – это путешествие. А путешествие – это новое и интересное. Никуре от пам. Мятхала. У Джорджа есть свой режим. В понедельник он надевает синий костюм. Синий – это цвет моря. Море – это путешествие. А путешествие – это новое и интересное. В тамид. У басов. Басов, 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 басов. Они... Хозер ваня омер, шим анахну одим это мишпатим, анахну и халим, лихабер шейлот. Лифима шекатов. Ине, у Джорджа есть свой режим. Вакшав они мишане типа эта интонация, вани шо и шейла. Ага, тагидули, скажите, у Джорджа есть свой режим? Ага, конечно, бывадай, у Джорджа есть свой режим. В понедельник он надевает синий костюм? Да, в понедельник он надевает синий костюм. Синий – это цвет моря? Да, синий – это цвет моря. Море – это путешествие? Конечно, море – это путешествие. Угу. А путешествие это новое и интересное? Конечно, бывадай. А путешествие это новое и интересное. Вакшав гамкин барусит. Лифамим и шали шанот седарамилим. Есть свой режим у Джорджа. Свой режим у Джорджа есть. Есть свой режим у Джорджа. Свой
Режим есть у Джорджа. Он одевает синий костюм в понедельник. Синий костюм он надевает в понедельник. Цвет моря синий. Путешествие. Путешествие – это море. Новое интересное – путешествие. Путешествие – это новое интересное. Есть свой режим у Джорджа. Он надевает синий костюм в понедельник. Море – это синий цвет. Путешествие – это, ну, это море. Море – это путешествие. Путешествие – это новое, интересное. Шевгуирит гампин шарагит. Комина дворим кэнли шанот это седр мелим. Машу мяньен. Вехадаш. Кэн. Умаса. Маса. Ям. Ну, кошели. Окей. Беседер, хевре. И кронит они сиямте. Им ешелот. Тектеву. Тагидоли. Дгувот. Амлацот. Акуль. Акуль микубаль. Атишки хуласот лайк. Вы лирашем лаарутшили. Аруц или гор. Аруц ле Кулям широцем лильмот русит в физика. А в альбоме крыши ляну рак русит. А не мед самех. Шатем ламдим русит. Баруц или гор. Спасибо. Всего доброго. До свидания.